А что повесил туда одежду? А? В комнате. Тебе поменяли место эксплуатации, да? Тебе здесь больше нравится? А. Конечно, браво. Подоконники свободны, да, Чарли? Тебе освободили место дислокации? Там, где Арчи гулял? Арчи, что-то тебя не продают, Арчи? Ой, Чарли. Арчи, Чарли. Что такое? Говоришь не очень понятно. Ну, говоришь это, да, но я не очень понимаю. А, Майю, на меня не садись. Слезь с меня. Что ты ко мне пристаешь? Что? Это Рики пришел. Рики пришел. Снимать не буду, а то сейчас убежу. Рики пришел. Все обрадовались собаки. Зачем ты его прогнал? А? Вэй, вот там Мёткин тебя завёл. Лезешь, не надо, там если ты так давно не приходил, я под камеру. Сейчас, не ключи мне задницу. Вообще это любимое было твое место. Здесь всегда жарко, а здесь страшно. Вот Чарли. Мёткин орёт, Чарли сзади орёт. Это а что ты язык не вытянул? Не хочешь? Сезика мода самая красивая. С ним крупным планом. А что ты тут делаешь на столе? Чарлика прогнал, да? Скажи, это мой стол. Никому не дам. Твой стол. Эти закусины припадают. Что ты нашел уже? Ложку. Ну, папа сел. Ложку где ты взял?
не кричит «помогите». Хороший котик. А Арчи вышел оттуда. Что такое, Арчи? Что такое? Что ты заглядываешь? Она пустая ложка? Где она ее нашел? Да, нашел. Дайте что-то в ложку. Положи хоть кусочек хлебушка. Человек что-то хочет. Хочет вообще на мусоре, да нечего даже покрошить. Ты пришел, а это важно настроение играться. А, хорошо, Артем хлебушка дал. Чарли! Да, ты сюда пришел? Ой, развелся. Ты кого где? Арчи, вот где тут это сам? Ну что? Че ты не лежишь там на своем подоконнике? Пока вот здесь. Ждешь, что он начнет приставать, да? Еще один ищет, чем бы заняться, да? И говорит что-то. Что ты говоришь? Что ты сказал? Артем дал ему кусочек, корочку хлеба. И мы, скажи, почти не орем. Ты перепутал. Вот Филя твой любит. Куда ты персика? Персик вообще не твой кот. Так, жалюзи не трогай. Жалюзи не трогай. У тебя игрушка для этого есть. Так, Филя, кажется, сейчас не выдержит и уйдет. Да, Филя? Ты не мог тут с этим касаться? Арчи, не думай там ложиться, там холодно. Уже хочешь полежать. С утра. Расскажи мне, что это такое? Как ты себя ведешь? Чай. Улетел. Я сказала, не трогай жалюзи. Сказала или нет? Арчи? Так и хочет их отобрать. Так, отдавай ложку, надо в умывальник. Дай ложку. Давай, подумай.
Ты девалюшку. Ничего в голове нету. Да, ничего. Что ты говоришь? Как тебе это Чарли? Что он вытворяет, а? Правда, он никого не трогает. Он просто орет. Сейчас выкричится, скажи, и будет самый лучший в мире Чарли. Все, Арчи, пойдем в комнату. Моя голова. Слезь. Почему здесь моя голова? На папиной сиди. У него она побольше. А? Да. Я тебя оставляю с хорошим. Ой, у тебя опять чубчик торчит. Ну да, посмотрю, кто тебе лапу. Ну не садись мне на голову, Арчи. Ну я совесть имею. Ну, теперь ты прощаешься. Куда ты пошел?